Парни, всем привет, девчонкам тоже привет. Сегодня 14 января, оператор поднял в 7 утра и говорю: все, нет времени больше откладывать, нужно ехать снимать Honda Accord. И вот она, пожалуйста, сегодня у нас будет Honda Accord 9-го поколения. Смотрите, в России очень многим людям понравился именно 7-8 Accord. А все почему? Потому что от Honda 7-8 поколения была очень такая задиристая, агрессивная машина. 9-е же поколение стало более сдержанным. Когда машина только появилась, я прям помню, 2013 год, ехал на МКАДе, вот именно такой же Accord увидел, черный. В потоке я посмотрел, так и думаю, блин, ну что-то как-то вроде скучная машина. Думаю, ну ничего такого по сравнению с тем, то, что хотя бы даже было в 8-м Accord'е. Давайте посмотрим машину вместе. Большая часть автомобилей, вот из 100% производимых, больше 51% уходит именно на Америку. Поэтому для компании Honda самый перспективный рынок, самые вот лучшие продажи – это именно там. Остальной процент разделяется уже на остальные страны. У нас идет комплектация 2.4 Executive без навигации. В машине у нас установлены фары биксеноновые, ближние, дальние. Нижняя полоска у нас здесь идет диодная. Противотуманка идет нижняя, галогеновая. Бампер, все вот элементы машины, вот передняя часть, капот. Ну, знаете, прям такого вау-эффекта не вызывает. В тот же момент, вот на сегодняшний день, честно скажу, мне машина уже стала даже нравиться. Вот этот вот внешний вид, ну как обычно, все новое, то что выходит, к этому просто нужно со временем привыкнуть. Касаемо подкапотного пространства. У нас идут газоупорные держатели. Автомобиль, конечно, честный D-класс. Вот честный D-класс по размерам, по комплектации, вот по всем своим характеристикам. Тем не менее, я вот честное слово вам говорю, я помню рекламу 8-го Accord'а, когда он только появился, и там кричали: встречайте, новая Honda Accord, седан бизнес, спортивный седан бизнес-класса. Двигатель у нас идет 2,4 литра, 180 лошадиных сил, разгон до 100, а заявленный производитель 10,1. Вес автомобиля, подчеркну, 1 тонна 650 килограмм. Ребят, тонна 650 килограмм, это на сегодняшний день немало. Это машина такая тяжелая, потому что многие автомобили, как вы помните, тонна 400, тонна 450, здесь тонна 650. И уверен, что новые Accord'ы, они будут облегчаться. Это вот 100%. Коробка у нас идет пятиступенчатая. Нареканий по коробке, в принципе, нет ни у кого. Я думаю, конечно, гарантийный случай, когда-то где-то встречались, но таких вот прям, знаете, частых жалоб, что как вот с ДСГ бывает, такого здесь нету. С чем сталкиваются владельцы с подкапотным пространством? По гарантии меняешь шестерню в ТЭК, и также есть натяжитель цепи. Но отмечу то, что на холодную, когда люди заводят автомобиль, бывают неприятные звуки. Вот на холодный, там минус там 15-20 градусов, но это буквально там несколько секунд, потом двигатель прогревается, больше посторонних звуков нету. Также здесь у нас, ну, человек со временем сам поменял аккумулятор. Все, то есть больше в подкапотном пространстве он ни с чем не сталкивался. На сегодняшний день на вторичном рынке вы можете найти автомобиль с двигателем V6, 3,5 объема будет, 281 лошадиная сила, разгон до соточки там 7,2 заявленные. Возможно, она поедет быстрее. Машина, честно говоря, пушка. Расход там будет тоже бешеный, я вам сразу говорю, в городе это будет 14-15 при спокойном езде. Если погоняться, ну, за двадцатку, я думаю, с уверенностью, опять же, сразу скажу, за двадцатку это с условием того не так, что ты погонял, знаешь, там 100 метров проехал, разогнался, затормозил, все, вот вечер поедешь, нормально покатаешься. И уверен, если Honda вернется на наш рынок, 100% этот двигатель будет идти что-нибудь до 249 лошадиных сил. Пробег у данного автомобиля 87 тысяч, это второй владелец. Идем дальше. Ну, просто вот микрофон. На всякий случай, ради эксперимента, друзья, ради эксперимента. Касаемо лакокрасочного покрытия автомобиля, подчеркну, 87 тысяч пробег. Если присмотреться, в принципе, особых сколов вообще не заметно. Но здесь нужно отметить то, что в большей части автомобиль эксплуатируется именно в городе. Поэтому трасса, большая скорость, зафуры, это здесь не встречается с этим автомобилем. Поэтому состояние очень даже достойное. Передняя у нас подвеска идет Макферсон со стабилизацией, задняя многорычажная, тоже со стабилизацией. Диски стоят на машине 17-е. Обратите внимание, покажи диски. Тоже есть такая проблема, как с облазанием. Вот она идет. Вообще говоря, то, что раньше это все меняли по гарантии. У нас автомобиль уже не гарантийный, поэтому меняли, не меняли, нас это уже не особо волнует. Как настроена подвеска, на ее плавность хода, валка она, не валка, мы об этом, обо всем обязательно проговорим, но именно во время тест-драйва. Смотрите, зеркала.
с повторителем все понятно, но с чем здесь бывает сталкивается? Барахлит моторчик, то есть иногда не складываются зеркала. У нас была та же самая проблема, человек обратился, когда еще автомобиль был на гарантии, к дилеру, одобрили, сказали, да, не проблема, приезжать такой-то день поменяем. Тем не менее, пока он ехал в этот промежуток, поменял сам аккумулятор, и после этого проблема ушла. Но вернулся, естественно, в дополнение, как бонусом, поставили ему новые моторчики. Клиренс у автомобиля 146 мм, но честно вам скажу, уже на нем ездил, уже в него садился, залазил, вылазил. Ощущение то, что машина низкая, вообще нету. То есть 146 мм, знаете, бывает, вот в BMW, например, мы снимали последний раз. Да, в машину садишься, удобно, комфортно, сиденье можно настроить. Но вот когда на дальняк едешь, ногу бывает колено, да, поднимаешь, она прям слишком высоко. То есть пол как-то расположен к сиденью, но вот так низенько. Здесь же такой проблемы нету. То есть садишься в машину комфортно. В остальном же, в принципе, все как у конкурентов. Тормоза передние дисковые вентилируемые, задние просто дисковые. Машина, ну вот, смотрите сами, покажи вот с этого ракурса автомобиль. По мне, друзья, ну честно, американчик. Но это не удивительно, если большая часть покупателей именно американцы. В Европе, кстати, машина не считается, говорят, популярной. То, что, мол, она слишком большая для них. Для нас же самое оно. У данного автомобиля есть комплектация спорт. Она идет на шестиступенчатой механике, и подвеска там переделана. То есть она отличается. Бак у нас идет 65 литров, готов питаться 92-м бензином. Вот обратите внимание на задние фонари. Здоровые фонари, да, диодные, вот, ну, они огромные, вот, и просто внешний вид, вот, с трубами совсем, вот, с выхлопными, все это вот, чисто вот американский автомобиль. Если вы посмотрите, даже вот просто, знаете, вот автомобили, которые выпускаются на американский рынок, в целом они вот чем-то отличаются, вот именно такими формами, такая закругленная форма с большими фарами. 495 литров, но опять же, вот, не в кожухах, то есть это не такие, не знаешь, не самые честные 495 литров. Вот владелец автомобиля является хоккеистом. Хоккеист – это огромная здоровая сумка. И в процессе диалога с ним то же самое подтвердил. Говорит, да, бывает, кладешь сумку, закрываешь багажник, там, знаете, там шлем, еще что-то, ну, не до конца уходит, то есть нужно сумку укладывать получше. Смотрите, что я хочу отметить. Вот если посмотреть так по автомобилю, вот смотрите, вот здесь вот, да, клипсы идут по периметру. Все здесь нормально, затянуто. Но вот дальней части, вот здесь, например, вот залезь камеру туда, видно? Вот здесь такое ощущение, вот почему, например, вот сюда клипсу не поставить? Вот если ее поставить, вот вы скажете, вот ты к этому придираешь, но почему придираюсь? Это получается чуть-чуть не доделали, знаешь, так вот здесь сделал, а там дальше, да ладно, все, вроде нормально, кто-то полезет. Обращу ваше внимание, камера стоит. Вот камера, это здесь отдельная история. Она имеет три угла обзора. Когда в машину сядем, я вам покажу. Если здесь разложить диван задний, то он рассказывается только полностью. Вот так вот, когда, знаете, чуть-чуть одна спинку можно сложить, либо две других, нельзя. И вот эта обшивка, знаете, вот она, ну, особо крупногабаритный груз не провезет. Сел спереди, ты за рулем, например, жена твоя сидит, вы поехали куда-нибудь, что-то нужно довезти, например, даже телевизор тот же самый огромный, такую плазму купишь. Начнешь его в багажник укладывать, нужно будет разложить сиденье. А вот про это был с ребенком там или с другом, а уже друг что получается, на автобусе поедет. Недодумано. А так, в багажнике у нас идет докатка. В целом, никаких там посторонних ниш нету. Ну, под ковриком можно, конечно, что-то уложить там. Багажник нормальный, стандартный. Ничего прям такого сверхъестественного здесь нету. Поэтому переходим дальше. Если поговорить про задних пассажиров, то вот, что их встречает. Садится в автомобиль... Удобно, ну реально, садишься в него, ничем не задеваешь, места здесь очень много. Вот что-что, под передним сиденьем ноги засунуть без проблем, сел. Вот эта часть, обращаю ваше внимание, вот это вот все мягенькое, очень удобно. Заднее сиденье у нас имеет подогрев, стеклоподъемники, но не автоматически. Есть вот пепельница для тех, кто курит. Подлокотник, покажи, пожалуйста, подлокотник. Подстаканники есть, почему-то также нет вот этого карманчика такого маленького, чтобы можно было... подлокотник вытаскивать. Вот ты скажешь, зачем он нужен? Тебе, как мужику, конечно, он не нужен. Ты туда руки засунул, высунул. Но вот жена твоя, например, знаешь, она сходила на тюнинг ногтей. И ей-то как? Она сейчас, если полезет туда рукой, то на ногти можешь сломать. То есть, жене-то ты не подумал, получается? А так, сидеть, в принципе, комфортно. Потолок, я бы не сказал то, что он маленький. Просто некоторые бывают, знаете, там жалуются то, что сзади, там, головой задеваешь. Сел вальяжно, сидишь. Все, в путешествие можно отправляться. Прежде чем переходить к интерьеру салона, я хочу отметить камеру, расположенную в правом зеркале. Вот смотрите, тому, кто ее сделал, тому вообще, кто ее себя поставил, нужно пожать руку, сказать большое спасибо. Объясню почему. Обычно, когда, знаешь, при круговом обзоре камеры ставят так, что она смотрит вниз. И поэтому при движении она очень сильно пачкается.
летит всякий мусор, грязь, и периодически нужно выходить, все тряпочкой, салфеточкой протирать. Здесь же камера расположена по такому принципу, что при движении, в плохую погоду, она не засоряется. Ну и, конечно, самое главное, водительское сиденье. Там, где ты будешь проводить 99% своего времени. Что ты получаешь здесь? Смотри. Сесть в машину, честно. Я вот когда ехал, вообще еще первый раз думал, блин, 146 мм Honda Accord. Такая, знаешь, очень низкая машина по сравнению со своими конкурентами. Но садиться в автомобиль очень удобно. По простому принципу, как обычно, сели, ножки отряхнули, все в машине. Вылазить из машины тоже, в принципе, нормально. Но, тем не менее, люди, которые, знаешь, с лишним весом, там, с животом, им поначалу не очень удобно, непривычно. Такое может быть, особенно, когда, знаешь, машина где-нибудь стоит на подъемчике небольшом. Но привыкнуть к машине можно, садиться будет комфортно. Мы находимся в автомобиле, чем он нас встречает. Здесь у нас идет кнопка эко-режим, парктроники, курсовая устойчивость. Курсовая устойчивость в автомобиле вот очень хорошо настроена. Многие люди, кто попадал в такой в небольшой занос, говорят, прям безупречно выравнивать машину. Омыватель фар очень удобно. То, что сделано именно с кнопки, нажал, побрызгало. Руль у нас, в принципе, многофункциональный. Все, что нужно здесь есть, позвонить, переключить радиостанцию. Есть. Приборная панель у автомобиля читаемая, претензий к ней никаких нету. Касаемо панели, нет никаких скрипов, вот никаких сверчков, шумов нету, все сделано добротно. Пластик ничем не хуже, чем у конкурентов, ничем не лучше. Я считаю то, что в принципе это у всех вот как бы один такой уровень. То есть он мягенький, не скрипучий, все подогнано. Вот смотрите, вставки обратите внимание. Черная такая, под дерево сделана, но гармонично в автомобиле смотрится. То есть, как бы вливается реально в интерьер. Вот этот дисплей у нас идет, он не сенсорный. То есть, основная его задача вот для водителя – это камера. Вот смотрите. Сейчас мы еще в процессе езды вам покажем. Но сразу скажу то, что она показывает весь угол обзора этой мертвой зоны. Вот эти деления, красные и оранжевые, тоже нужно к ним обращать внимание. Потому что, когда ты едешь в потоке, включаешь правый поворотник, у тебя камера автоматом включается. И если ты видишь то, что в одно из делений попадает автомобиль, например, в красную зону, это означает то, что будешь перестраиваться, создашь помеху, то есть у вас будет столкновение. А когда он там в дальней зоне, вот в оранжевой, то есть еще можно перестраиваться. В топовых же версиях этот дисплей еще оснащен навигацией. Идем дальше. Вот этот дисплей у нас радиостанция. В принципе, такая внутренняя мультимедиа. Телефон можно подключить к машине. Ниже мы, если опускаемся, здесь у нас идет управление климат-контролем. Машина заводится с кнопочки. Ключ у меня находится в кармане. Здесь у нас идет некий бардачок. Здесь тоже такая небольшая ниша. Там у нас находится прикуриватель. Автомат у нас идет по прямой. В других странах 100%, говорю, рестайлинговые версии вот этого 9-го аккорда уже идут наверняка с кнопочкой. Вот дальше здесь у нас расположены подстаканники. В принципе, удобные. Два больших положить можно. Подлокотник тоже хороший. Сел. Сама посадка автомобиля, но, честно говорю, удобно. Садишься, сиденье под себя настраиваешь. Самое главное, сидишь не низко. Вот действительно высоко. И рулю, то есть, приподнять. То есть, как бы в автомобиле места много. У нас есть люк, подоконники. То есть, все, что необходимо водителю, здесь есть. Даже зеркало также идет с затемнением. Касаемо музыки, вот для многих этот вопрос такой важный. Друзья, но здесь штатная система, ничего сверхъестественного от музыки ждать не нужно. Если ты какой-то, знаешь, меломан, любитель там низких частот или еще чего-то, нужно тебе будет музыку доделать, делать самому, либо брать более топовую версию, там идет она другая. Но отмечу одно, то, что многие владельцы отмечают, что задний сабвуфер гремит иногда, когда погромче музыку включаешь, есть такие некие там... Что сделать нужно? Нужно его просто-напросто проклеить, и такой проблемы не будет. Вот эта часть у нас сама по себе матовая, да, вот машина там пыльная, если ее протереть, вот хром, смотри, здесь сразу идут вот всякие царапки, а на матовой этого, в принципе, незаметно. В процессе видео я вам сказал то, что сделаю акцент на камеру заднего вида. Первый режим, это стандартный, обычный режим, то есть, когда вы в штатной ситуации выезжаете. Далее, вы приехали куда-то и начинаете парковаться к стене, к бордюру. Ну, мы стоим на снегу, тем не менее, можно смотреть, стена, бордюр, все видно. И третий режим. В этой ситуации камера у нас имеет широкий угол обзора. Когда ты, например, с парковочки, с какого-нибудь торгового центра выезжаешь, ну, знаешь, бывает такая ситуация, там машины стоят две здоровые, слева, справа. Ты потихоньку назад даешь, и сразу в кадр все попадает. Мы едем по зеркалам смотреть влево, вправо, внутреннее зеркало заднего вида. Все прекрасно, все видно. Фишка машины, вот для меня вообще прям очень понравилась именно камера. Вот покажи, можно включить ее, и на ходу она будет показывать все, что происходит справа от вас. Лежачий полицейский. 17-й диски, подчеркиваю.
Машина, вот отвечаю, глотает просто дорогу. Мы ездили уже, трамвайные пути проезжали, какие-то колдобинки. В городе на ней кататься одно удовольствие. Вот не могу сказать, как она себя поведет там, на скорости 200 км по дороге. Вот, ну, сейчас сами понимаете, зима, скользко. В городе машина очень комфортная. Шумка здесь, не знаю, есть всегда те, кто, как бы, знаешь, говорят, то, что нужно делать шумку арок дополнительно. Вот в этой ситуации у нас резина идет зимняя, но не шипованная. Машина тихая. Катаемся. Вот мы сейчас выключили музыку, мы сейчас печку поставили на самый минимум. Машину валкой назвать нельзя однозначно. Отклик на педаль газа есть, то есть едешь, едешь, раз там газку даешь, она поскакала. Есть режим спорт, но работает по стандартной ситуации. Переключаем спорт, обороты держатся, передача пониже, все. Едем примерно 50 километров, чуть газку даем. Машина едет, знаешь, вот тягу, конечно, если ты хочешь прямо ощутить такую, то что нажал, поскакал, полетел, вот тебе нужно. V6 твой вариант, но бензина будет жрать раз, налог транспортный будет два. Условия города, в принципе, прям вот супер некомфортную машину встретить сегодня сложно. В основном все машины в городе будут себя вести адекватно. Вот уже на скорости, там, на затяжных поворотах, на резких поворотах, это уже вопрос. Рассказать про какие-то косяки автомобиля. Ну, в процессе было несколько перечислено, а так больше прям, ну, не к чему придраться, честно. То есть, вот, почитал историю, почитал мнение владельцев, прям такого, что кто-то прям хаял машину, говорил, вот одно сломалось, вот второе сломалось, такого нету. Следующим автомобилем у нас будет Skoda Octavia в кузове А7. Вот там я про это буду рассказывать очень много. А здесь же в целом автомобиль, ну, смело можно назвать надежным. По салону единственное, на что бывает еще нарекание у людей, это боковая поддержка сидений. Кому-то она кажется недостаточной, то, что катаешься. В моем случае я сижу, я не самый такой здоровый и крупный человек, но мне комфортно. Парни, вот таким получился данный видеообзор. Касаемо цены автомобиля, на сегодняшний день Honda Accord на вторичном рынке можно найти, в принципе, за 1 миллион, 1 400 000, вот в этом диапазоне. Все зависит от комплектации, все зависит от выбранного вами мотора и все зависит от пробега и, в принципе, состояния автомобиля. В описании к этому видео я оставлю ссылку на активную группу владельцев Honda Accord именно 9-го поколения, где вы можете пообщаться, послушать их, узнать у них, с чем кто сталкивался. Автомобиль на сегодняшний день редкий, автозапчасти на него могут быть дороговатые, какую-то редкую деталь, в принципе, искать долго не придется, потому что у нас сегодня все, сегодня заказал, через день-два тебе привезли. Ну, максимум там неделю что-то подождать. Оператор выздоровел, с завтрашнего дня выходит на работу. Всем огромное спасибо от меня, от нее, то, что вы поддержали. Врач говорил, лечиться надо будет 6 недель с гипсом проходить. Сняли через 4. Читаю всегда ваши комментарии, поэтому большое спасибо. На канале, друзья, набралось уже практически 15 тысяч подписчиков, поэтому по этому поводу мы обязательно также запишем обратную связь. Акционеры прибавляются, нас становится все больше и больше, есть чем поделиться. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, критика, все что угодно, пишите в комментарии к данному видеоролику, по возможности все это дело снимем. На этом у меня все, я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока.